Апноэ Клаб Горький представляет. Друзья, всем привет! Вчера получили посылку из Швейцарии с целой кучей фридайверского снаряжения. И сегодня решили записать ролик с обзором этого снаряжения прекрасной торговой марки Octopus, которая расположена в Швейцарии, в Женеве. Компания Octopus производит очень достойное фридайверское снаряжение и оборудование. И в этом выпуске мы расскажем и покажем обо всех моделях и товарах, которые производит эта компания, и выскажем свое субъективное мнение о каждом из них. Компания Octopus с 2015 года производит прекрасное фридайверское снаряжение. Компания основана знаменитым швейцарским фридайвером Паскалем Бергером, который сам очень хорошо ныряет. Его максимальная глубина погружения 131 метр на задержке дыхания. И в какой-то момент он решил объединить свои увлечения дизайном и фридайвингом и начать производить очень качественное и стильное снаряжение для фридайвинга, что у него прекрасно получается. Ассортимент продукции, который производит компания Octopus, достаточно широкий. Это оборудование для троса, такое как подъемный механизм и стоппер, несколько видов зажимов, очки для глубинных погружений и несколько видов ланьярдов, которые можно крепить как на руку, так и на пояс. Ну и, собственно, сам брасовый пояс. И давайте познакомимся со всем по порядку. Будем все это распаковывать и смотреть. Итак, начнем с самого популярного аксессуара Octopus. Это зажимы. Пожалуй, у компании Octopus самый большой выбор цветовых решений и зажимов. И на самом деле любой сможет подобрать для себя что-то индивидуальное, очень красивое. Подобрать цвет зажима под свой костюм, маску, пояс и все что угодно. Вот у нас, например, есть сейчас розовый, синий, желтый, серый, черный. Но на сайте выбор еще больше. По-моему, около 20 цветов, самых-самых разных. Зеленый, фиолетовый, ну, прозрачный, каких только нет. Мне зажимы Octopus очень нравятся. Я сам ныряю в таком много лет. И менять его ни на что не собираюсь, потому что, ну, он действительно очень удобный и практичный. Я пробовал нырять с тонкими зажимами, но все равно возвращаюсь именно к такому, потому что он достаточно массивный и с резиновыми накладками. Как-то его одеть неправильно, чтобы он начал пропускать или слетел, ну, практически невозможно. А, хоть так одень. Хоть так, давайте попробуем его снять. Надо приложить действительно хорошие усилия для того, чтобы он слетел. В компании Octopus две модели зажимов. Это вот классическая модель, которую они производят достаточно много лет. И новинка, так называемый Nose Clip Carbon. Он менее массивный, но по-прежнему сделан из пластмассы или чего-то подобного. Не знаю, может быть, из карбонового какого-то материала. Вот. Но такая же у него резиновая накладка, скорее всего, сменная, тоже как и у классической модели. И очень легкая, ну и стильная. Кроме этого, в зажимах Octopus мне нравится само исполнение всех дополнительных каких-то аксессуаров. Это такая очень качественная веревочка, бегунок из металла. И само крепление зажима к веревке выглядит очень-очень стильно, технологично и надежно. Ну, согласитесь, это совсем другое дело, ну, не то, что просто зажим на веревке. Кроме всего прочего, очень классно, что у зажимов Octopus есть сменные накладки, которые можно всегда заказать и сделать ваш зажим новым. Дело в том, что по мере использования резиновые накладочки, они, ну, могут просто стать грязными, или у них вот эта рифленая поверхность, ну, может обточиться, они могут стать гладкими и начать слетать. Вот можно заказать это просто
копеечная вещь, я даже не знаю, иногда их просто так отдают. Наверное, стоит несколько сотен рублей, раз в несколько лет можно поменять, и ваш зажим станет новым. Вот, в общем, вот такая история про зажимы. Кроме всего прочего, зажимы Octopus достаточно недорогие. То есть, ну, цена вот такой модели примерно 2500 рублей. Я считаю, по соотношению цена-качество, это просто лучшие зажимы, которые сейчас есть на рынке. А при условии, что можно выбрать разные расцветки, ну, просто очень классная вещь. Рекомендую. Следующее, о чем мы поговорим, это про ланьярды. Я считаю, что ланьярды Octopus одни из самых лучших на рынке. И сейчас попробую объяснить, почему так считаю. Ну, во-первых, вы можете заказать ланьярды Octopus в трех разных цветах. Это синий, красный и черный. Ланьярды Octopus очень технологичные. Все выглядит очень добротно, качественно. И, ну, прям чувствуется, что ты держишь в руках очень хорошее изделие. Сравнивая ланьярды с другими производителями, я могу сказать, что отличительной особенностью этих ланьярдов будет их вес. Они очень легкие. Вот этот карабин, он сделан не из металла, как делают многие, а из карбонового композитного материала. В общем, вот очень легкий. Крепеж карабина к тросу сделан очень технологично, все легко вращается, там на 360 градусов, ну, сами видите, какая легкость. И я считаю, что, ну, этот ланьярд очень сложно запутать в чем-либо. Трос очень хороший в обмотке. Он не слишком тонкий, не слишком толстый, хорошо держит форму, но при этом остается прямым и не ломается. Вот. То есть, видите, потом таким же прямым становится. Вот. Манжета со съемным механизмом. То есть, в целом можно манжету будет поменять. Или вообще отцепить лайнер от манжеты и прицепить его, например, к брасовому поясу. Единственное, чего мне здесь не хватает, вот в этой, скажем так, оригинальной комплектации, это быстросъема между манжетой и самим лайнером. Дело в том, что, ну, когда вы ныряете, то очень удобно один раз на всю нырялку пристегнуть манжету, вот, а дальше ее не снимать, потому что, ну, как бы, а зачем, если можно не снимать. И вот сюда вот ставится быстросъем, который как раз есть в комплекте с брасовым поясом, ну, и легко, в общем, лайнер отцеплять от манжеты и вешать лайнер, например, на буй. Сама манжета Octopus тоже очень хорошая. Здесь есть специальный хлястик, который позволяет даже с закрытыми глазами легко его найти и при необходимости отцепить от руки. Цена такого ланьярда 5000 рублей. В целом, я считаю, своих денег он стоит, потому что вещь действительно качественная, надежная и прослужит вам, я даже не знаю, сколько лет и что должно с ним произойти, чтобы он вышел из строя. Единственное, пожалуй, то, что здесь время от времени надо менять, это саму манжету. Например, на моем лайнере, в котором я ныряю уже достаточно много лет, просто поистрепалась вот эта вот основа, которой приклеивается липучка. Она стала махриться и, ну, требует замены. А в основном лайнер работает идеально и ломаться здесь просто нечем. Также в компании Octopus вы можете заказать лайнер в комплекте с брасовым поясом. И как раз уже в этой комплектации вы можете заказать лайнер с быстросъемом, о котором я только что говорил. То есть работает это очень просто. Берем, прицепляем куда надо, и все приделано. Также можем прицепить его и к руке тоже. Очень удобная вещь. Про лайнер мы уже говорили, и теперь
расскажу про брасовый пояс, который здесь есть в комплекте. В общем-то, брасовый пояс нужен для чего? Для того, чтобы нырять брасом. И была возможность прикрепить лайнер не к руке или ноге, вот, а на пояс. В целом, очень такое тоже хорошее изделие. Очень легко и надежно при этом крепится на поясе. Лайнер крепится вот таким вот образом. Достаточно просто. А резинка продевается между ног и фиксируется также на поясе. Здесь специальный паз, в который входит резинка, и уже назад просто так сама не вылетает. Брасовый пояс тоже есть в нескольких цветах. Есть белый, синий и красный. Можно выбрать тоже себе под костюм или там еще под какое-то оборудование. В общем, если заказывать, то я бы вам рекомендовал заказывать отдельно, наверное, лайнер и отдельно брасовый пояс с быстросъемом. И тогда у вас будет комплектация на все случаи жизни. Сможете комбинировать, как вам удобно. Друзья, теперь давайте поговорим о подъемных механизмах. У компании Octopus их два разных размеров. Классическая модель, она так и называется, Classic, и модель Excel. Они отличаются размером и предназначены для тросов разной толщины. То есть вот классическая модель, она не очень дружит с толстыми тросами. Если вот, ну, посмотреть так, то это тоже видно. То есть здесь я думаю, что максимальный трос, который стоит использовать, это 10 мм. А если вы используете более толстые троса, там, для FIMA, например, то я думаю, что надо рассматривать модель Excel. А если вы очень часто пользуетесь, опускаете, поднимаете троса, то в целом я бы рассматривал, ну, практически только эту модель. На самом деле мне очень нравится вот такая модель подъемного механизма, потому что понятное дело, что есть и другие, но вот именно в такой форме подъемный механизм делает только компания Octopus. И с точки зрения его использования, что называется, руками, она очень простая. Вот представьте, качелька висит на буе у вас, да, и для того, чтобы опустить трос, вам достаточно, ну, такое микродвижение пальчиками рук. Даже, ну, там, девочка, инструктор легко с этим справляется, просто нажимаете, и трос начинает соскальзывать. Другие модели качелек, как правило, требуют более такой грубой мужской силы для того, чтобы ими пользоваться. Вот, а здесь все так, ну, как бы очень легко и просто происходит. Поднимать тоже на самом деле совсем не сложно. Просто упираетесь, начинаете тянуть, и все легко поднимается. В общем, вот такой подъемный механизм. Мы его заказали еще когда только компания Octopus его начала производить. На Kickstarter отправили им денег. Вот, потом они нам прислали его. И мы его несколько лет используем на всех своих нырялках. В озерах опускали глубже 50 метров с достаточно тяжелыми донными грузами, потому что мы используем, как правило, донные грузы больше 10 килограмм. Из-за того, что вода пресная, костюмы толстые, и такие, скажем так, дахабские донные грузы там по 6-8 килограмм, ну, у нас не прокатывают. Вот. Поднимать вполне комфортно и хорошо. Нам такие качельки очень нравятся, и, в общем-то, рекомендуем вам их тоже. Подъемный механизм Octopus тоже есть в разных цветах. Вот у нас показан красный, желтый, есть еще синий и черный. Следующее изделие от компании Octopus – это стопер. Такую штуку, может быть, не каждый из фридайверов видел, но она есть и она очень нужная. Это стопер, который крепится на трос и расположен недалеко от донного груза.
Как правило, его крепят где-то в метре от донного груза. Вот, и он нужен для того, чтобы при погружении вы лайн-ярдом уперлись в груз и не смогли пройти дальше. Простое, как бы незатейливое изделие. Вот если говорить именно про эту модель, то она за трос никак не крепится, она разбирается, на тросе делается узел, и уже назад этот стопер собирается просто на винтах. В целом стопер хороший, совсем недорогой, он очень яркого цвета и светится в темноте, хорошо его видно. На самом деле, несмотря на свою простоту и как бы, ну, вроде бы какую-то незатейливость, вещь просто необходимая, и нырять без нее, ну, достаточно опасно. То есть всегда лайнер должен иметь ограничитель. Иногда вместо стоперов используют теннисные шарики там, с дырками. Не стоит так делать, потому что, ну, во-первых, теннисный шарик часто всплывает, вот, по тросу во время использования. И это плохо. Но также были случаи, когда люди, ну, короче говоря, запутывались в этих теннисных шариках. Был случай, когда этот шарик вставлялся между галошей моноласты, и человек там застревал. Ну, потому что шарик, он может сжаться, может разжаться. А это, ну, твердая вещь, пластмассовая. Ничто никуда не зацепится, и ваша нырялка будет комфортной, безопасной. Стопер разборный, его один раз надо поставить на трос и больше, ну, в общем-то, никогда не снимать и не трогать, чтобы он всегда там был. Стоит чуть больше 1000 рублей, обязательная штука для всех инструкторов, у кого есть свои троса, буи, обязательно нужен и стопер тоже. Друзья, ну и на сладенькое оставили, пожалуй, одно из самых интересных изделий от компании Octopus. Это жидкостные очки для глубинных погружений, Fluid Goggles. Может быть, не все даже слышали, что такие есть, потому что, как правило, когда человек приходит на свой первый курс по фридайвингу, ему сразу все инструктора говорят, в очках нырять нельзя, вот, можно только в маске. Ну, на самом деле не так, в очках тоже нырять можно. Другое дело, что нельзя нырять в очках, под которыми воздух. Вот. А если вы в очки набираете воду, то нырять можно и в очках. Но если делать только так, в обычные очки налить воду, то, ну, соответственно, вы перестанете что-либо видеть под водой. Но компания Octopus позаботилась о таких фридайверах, которым нравится нырять в очках, и выпустила очки со специальными линзами, которые компенсируют преломление воды. И после того, как вы набрали воды в очки, вы все начинаете видеть, как будто ныряете в обычной маске. Давайте попробуем это все одеть. Ну как? Друзья, ничего здесь не видно в этих очках, потому что воды я туда не налил. Но если налить, то я думаю, что все будет видно очень хорошо. Очки такие бывают нескольких цветов. Здесь у нас они синие, а есть еще прозрачные. Выглядит все это, как вы видите, очень классно. Материал очень качественный. Ну и давайте немного поговорим вообще, зачем нужны такие очки и какая сфера их использования. В первую очередь очки эти нужны будут только тому, кто ныряет с зажимом. Если вы ныряете с зажимом, то у вас получается три варианта того, что у вас на глазах. Первый вариант – это маска без носа. Второе – это вообще ничего нет, и вы с открытыми или с закрытыми глазами ныряете без какого-либо оборудования. И третий вариант – это очки, в которые вы нальете воду. Они могут быть обычные и могут быть специальные. В обычных очках, так же, как и в маске без носа, да, вы видеть будете очень плохо, ну, практически только силуэты.
Вот. А если для вас это вопрос принципиальный и хотите видеть хорошо, то вот можно использовать такие специальные очки, в которых будет вода, но при этом видеть вы все будете прекрасно. Ну и, соответственно, сможете нырять и продуваться без рук, с зажимом на носу, например, в глубину. Или, например, какая-нибудь фановая нырялка с буксировщиком. Тоже такая вот история будет очень интересной. Вы будете нырять, на носу будет зажим, будете продуваться без рук, да, что называется, но при этом будете видеть, что происходит вокруг. Очки на самом деле не дешевые. Цена таких очков примерно 8,5 тысяч рублей. Но модель очень качественная, интересная. И для тех, кто ныряет глубоко, я бы, ну, точно рекомендовал такие иметь, потому что, ну, не всегда хочется использовать маску обычную и не всегда хочется нырять совсем без очков, потому что, ну, бывает и вода не самая теплая, и не самая чистая, бывают, ну, какие-то микроорганизмы в воде, потом раздражение глаз и все такое прочее. А вот в очки можно залить водички и нырять. Друзья, ну и последнее изделие, которое делает компания Octopus, и о котором мы сейчас поговорим, это популярные в последнее время насадуи. Ну, вряд ли вы будете заказывать из Швейцарии насадуйчик. Скажу лишь только, что в отличие от многих других, которые представлены на рынке, насадуи Octopus сделаны из металла. Они тоже очень хорошо выглядят, сделаны добротно, качественно, и очень их приятно трогать руками, ну или использовать по назначению, что называется. Не буду рассказывать, для чего такая штука нужна, наверняка сами все знаете. Стоит такая вещь чуть больше 1000 рублей. Если что-то заказываете у Октопуса, то можно заказать и на саду, и тоже. Тоже будет очень хорошим приобретением. Итак, друзья, мы рассказали обо всем оборудовании, которое производит компания Octopus. И давайте еще раз быстренько пробежимся, посмотрим, что же они делают. Во-первых, компания Octopus – это прекрасные зажимы совершенно разных цветов. Каждый из вас сможет выбрать себе подходящий для вас дизайн, который будет отражать вашу индивидуальность. Потом, конечно же, это подъемные механизмы, очень хорошие и качественные. Ланьярды разных цветов. Брасовый пояс, жидкостные глубинные очки, стоперы, можно жонглировать, и насадуи. Вот такой ассортимент производит компания Octopus, расположенная в Швейцарии. И если вы хотите заказать что-либо из продукции компании Octopus, можете обращаться к нам в клуб. Мы регулярно делаем совместные закупки, и таким образом получается достаточно хорошо сэкономить на покупке. Срок доставки примерно 3-4 недели. Можно немножко подождать, зато получить товар с хорошей скидкой. В общем, если что-то вас интересует, обращайтесь к нам. Всегда поможем определиться с выбором и заказать то, что вам действительно нужно. Друзья, на этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до встречи на нырялках.